В мире существует огромное количество профессий. Они охватывают различные сферы человеческой деятельности. Постоянно изменяются вместе с развитием общества, науки и техники. Правильный выбор профессии для юноши или девушки является одним из главных решений в жизни. И поэтому Гродненский университет имени Янки Купалы помогает абитуриентам определиться с выбором профессии. Формат такой ярмарки выбран очень правильно. Правильно, потому что она региональная. Правильно, потому что ребята доехали из нескольких районов. И уже целенаправленно ведется работа на 4 района. Мы их знаем, каждый своих детей. И они чувствуют вот этот вот приезд, что они не они куда-то едут, а к ним сюда приехали. Чувствуют вот особое внимание. Я считаю, что они очень нужны. Выставка-ярмарка «Образование и карьера 2012» 25 марта прошла в Ашмянах. Мероприятие проходило в средней школе номер 1. Ярмарку посетили учащиеся Ашмянской, Сморгонской, Островецкой и Ивиевской школ. Многие поступают в Гродненский вуз. У него хорошая слава. Вот. У нас много педагогов-учителей, которые оттуда, из Гродненского вуза. Поэтому моя заинтересованность как начальника, именно чтобы каждый определил туда, где ему лучше, где он найдет себя. Если это будет Гродненский вуз, я буду только рада. Открывал ярмарку концерт, на котором студенты университета рассказали о истории вуза, учебе и общественной жизни. После концерта абитуриенты познакомились с факультетами, узнали о условиях приема и централизованном тестировании. Такие ярмарки очень полезные, помогают определиться с выбором профессии и очень познавательны. Свое мнение о выставке ярмарки высказал проректор по учебной работе и управлению качеством Гродненского университета имени Янки Купалы Юрий Эдуардович Белых. Такие ярмарки очень важны, потому что мы много внимания уделяли и уделяем информированию. А такие мероприятия, наряду с информированием, обеспечивают впечатление. Это сегодня очень важно, вам как журналисту это, наверное, понятно. И когда создается приятное впечатление о вузе, о студентах, то это хороший вклад в формирование имиджа и привлекательности. Теперь абитуриентам остается лишь сделать правильный и разумный выбор. Юлия Сорока, Евгений Русилевич, новости ГРГУ.